Здравствуйте, с вами канал на IMDb. С точки зрения астрологии, многие представители зодиакального круга обладают типичным набором характеристик, по которым их легко вычислить. Это не значит, что все тельцы будут полноваты, а все рыбы – голубоглазые скромняги. Однако можно сказать, что некоторые особенности свойственны большинству знаков зодиака. Овен. Овны легко заметить, так как у них часто бывает запоминающаяся внешность. Представители этого знака отличаются средним ростом и спортивным телосложением. У них широкий лоб, выделяющийся нос и хорошо очерченные изогнутые брови. Глаза овнов, как правило, голубые или серо-голубые, а мужчины и женщины часто носят очки. Независимо от внешности, овен всегда кажется уверенным и решительным. Их движения и жесты обычно быстрые и ловкие. Во время разговора они смотрят собеседнику прямо в глаза, а когда хотят что-то сказать, то могут без оглядки перебить его. Телец. Тельца можно узнать по мясистой и короткой шее. У них плотное телосложение и есть склонность к полноте. Лицо обычно квадратной формы, глаза темные, так же как кожа и волосы. Планета Венера, которая управляет этим знаком зодиака, наделяет их привлекательной внешностью, чувственностью, приятным и мелодичным голосом. У тельцов, как правило, вьющиеся волосы, которые обрамляют относительно небольшой лоб. Женщины часто любят украшения и безделушки и имеют слабость к шарфам. Типичное поведение тельца, как правило, сдержанное и пристойное. Они любят дорогие и качественные аксессуары, одежду и предметы домашнего обихода. Близнецы. Самый легкий способ вычислить близнеца – по их походке. У них легкая и энергичная походка, отражающая их живую натуру. Волосы часто темно-каштановые или слегка рыжеватые, а глаза – зеленые или карие. Их кожа также бывает слегка рыжеватого оттенка. Они часто долго остаются стройными, благодаря своей гиперактивности. Они очень быстро все схватывают, и это еще один признак, по которому легко отличить близнеца. Также среди близнецов часто встречаются левши. Они очень любят флиртовать и кокетничать с другими. Они не боятся экспериментировать с внешним видом и надевать яркие наряды, предпочитая желтый цвет. Рак. Лицо у подопечных знака Рак, как правило, круглое, с выраженным и светлым лбом, отражающим управителя этого знака зодиака – Луну. Многие раки плохо переносят солнце, и у них очень чувствительная кожа. У них широкий нос, и они обычно не отличаются высоким ростом, скорее будут среднего. У них голубые или карие глаза и бледная кожа. Раки любят носить свободную и комфортную одежду. Хотя они обладают хорошим вкусом, их образ будет выбиваться какой-то несоответствующей деталью. Например, мужчины могут носить костюм с неподходящей обувью. Раки, как правило, очень вежливые, рано женятся или выходят замуж, потому что ценят семью и дом. Лев. Львов, как мужчин, так и женщин, легко отличить по пышной и красивой шевелюре, напоминающей львиную гриву. Они ходят прямо и гордо, расправив плечи и с высоко поднятой головой, благодаря чему кажутся выше, чем есть на самом деле. У львов нормальный тип кожи, но у них легче, чем у других, появляются мелкие морщинки. У них внушительный королевский нос, который слегка загнут вниз. Львы очень любят украшения, но только настоящие. Они не приемлют подделки или дешевые аксессуары. Одеваются они тоже, как правило, дорого и предпочитают гламурный или лощеный стиль. Дева. Девы отличаются пропорциональным овальным лицом, высоким лбом и хорошо сложенным телом. Они могут нервничать или беспокоиться, и редко долго сидят на одном месте. Им нужно много двигаться и разговаривать, но они могут прерываться и помочь вам помыть посуду. Это настоящие чистюли. У дев часто тонкие и слабые волосы, которые они любят обсуждать, жалуясь на неподходящую прическу или цвет волос. Что касается одежды, то девушки любят стиль, напоминающий старые романтические фильмы.
Внешний вид у них всегда безупречен и аккуратен, и они очень скромны. Весы. Весы отличаются высоким или выше среднего ростом, гладким и овальным лицом и мягкой кожей. Они, как правило, стройные, но с годами могут слегка прибавлять в весе. У них красивые миндалевидные глаза, очень выразительные и ясные, чаще медового оттенка. Также весы отличаются красивыми зубами и классической формой носа. Волосы могут слегка виться и чаще бывают темными. Представители этого знака вежливы, уважительны и умеют слушать, благодаря чему пользуются популярностью. Скорпион. Напряжение, с которым этот знак зодиака наблюдает за вами, и способность полностью концентрироваться на каждом вашем слове, выдает Скорпиона. У них проницательный и таинственный взгляд, который может передавать тысячи слов. Это неудивительно, ведь многие скорпионы – настоящие знатоки в искусстве обольщения. И у мужчин, и у женщин, как правило, глубокомысленный взгляд и притягательный голос. У них часто смуглая кожа и крепкое телосложение, либо они очень худы. Во всем их внешнем виде проскальзывает некоторая сексуальность. Они любят смешивать классический и более эксцентричный стиль, предпочитая темную одежду и сексуальные детали, такие как кружево или шелк. Стрелец. Стрельцы, особенно мужчины, часто отличаются высоким ростом и спортивным, хорошо сложенным телосложением, слегка удлиненным лицом и высоким лбом. У них ясные и умные глаза, отражающие их пытливый ум. У них есть что-то от вечных студентов, учителей, любителей приключений, что оставляет отпечаток на выражении их лица. И у мужчин, и у женщин, как правило, темные, слегка волнистые волосы и загорелая кожа. Мужчины любят отращивать бороду или другим способом демонстрировать свободолюбивый дух. Представители этого знака обладают большим запасом энергии, которую они направляют либо на бесконечные разговоры, либо на занятия спортом или прогулки. Козерог. Козероги часто бывают худыми и высокими, иногда немного сутулятся при ходьбе. И мужчины, и женщины предпочитают строгий или классический стиль и темные цвета. У них часто бывает задумчивый или печальный вид, из-за чего вокруг рта образуются морщинки. У козерогов серо-голубые или темно-карие глаза и зрелый взгляд, тонкие и удлиненные руки и ноги. Представители этого знака зодиака очень осторожны и сдержаны в своем поведении. Женщины предпочитают носить классическое черное платье, а их статус могут выдавать дорогие украшения или часы. Водолей. Нависающие веки являются одной из отличительных особенностей водолеев. У них, как правило, темные глаза, а взгляд обладает странной притягательностью. Они всегда идут в ногу со временем, а их стиль может даже опережать его. Но с возрастом они могут придерживаться только одного стиля. И тем не менее, они часто отличаются эксцентричным и неординарным внешним видом. У них горделивая походка и хорошая осанка. У водолеев красивые и блестящие волосы, гладкая и ровная кожа. Другой отличительной особенностью водолеев является их дружелюбие и разговорчивость в компании. Однако, когда вы остаетесь с ними наедине, они могут быть довольно отстраненными. Рыбы. У рыб большие и мечтательные глаза, а их взгляд так полон чувствительности и романтики, что они могут растопить ваше сердце одним взглядом. У них мягкие шелковистые волосы, но седеют они относительно рано. Рыбы предпочитают самобытный и оригинальный стиль. Они часто бывают привлекательны, даже если выходят с растрепанными волосами. Их жесты никогда не бывают слишком преувеличены, а скорее милые и выражающие сочувствие. В большинстве случаев они ведут себя естественно и скромно, если у них нет перепадов настроения. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал на IMDb. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!